Двухгодовалая Вика Быкова больна раком. Лечение в России оказалось безрезультатным, но в Англии готовы дать шанс на исцеление. Наш корреспондент связался с родителями малышки и знает подробности. Связаться с семьей Быковых получается только по скайпу. Челябинцы уже несколько дней в Москве. Двухгодовалая Вика проходит лечение у столичных медиков. Проблемы со здоровьем у девочки начались после падения. На месте ушиба появилась шишка. Врачи обследовали малышку и поставили страшный диагноз – злокачественное образование крестцово-копчиковой области. Мы даже не знаем, где находится наша опухоль. То есть в голове она или она у нас уже по всему организму разрослась, никто сказать не может. Именно поэтому вот на данный момент сейчас мы в Москве, хотя бы для того, чтобы разобраться с этим. В Челябинске Вика уже перенесла 3 операции и 6 блоков химиотерапии. Лечение результатов не принесло. Возвращаться в больницу южноуральской столицы мать девочки не хочет. Говорит, что там ее не пытаются вылечить, а лишь поддерживают жизнь. Сейчас нас уже собираются не лечить и вылечить от болезни, а именно просто, вот, скажем так, ставить эту химию. Но говорят они о том, что ребенку все равно вот, буквально в ближайшее время придется уйти с этого света. Врачи еще год назад говорили, что ребенок не сможет перенести ни одной операции. К счастью, прогноз не сбылся. Девочка продолжает бороться за жизнь. Шанс на выздоровление ей дали зарубежные медики. До конца месяца Вику Быкову ждут в Англии. Там, в клинике, ей готовы подобрать ту химиотерапию, которая заставит болезнь пойти на спад. Цена вопроса – 4 миллиона рублей. Оплатить лечение родители не в силах. Реквизиты для помощи Вики Быковой только на сайте 31 канала. Анастасия Шкитина, Ольга Кокшарова, Тимур Баташев, 31 канал.